На сегодняшний момент порядка 65% пляжного оборудования установлено на всех пляжах. Ведутся работы по очистке песка, по перемещению песка, где за зимний период понадувало, уборка подбордюрной части, просеивание песка как вручную, машинками ручными, так и механизировано. У нас с прошлого года есть на базе трактора установка «Мерлин», которая с двумя сетками, сетками грубой очистки и мелкой очистки, проводит просеивание песка. Устанавливаются такие элементы, как душевые, фонтанчики, урны. Заказали мы информационные таблички новые, будут обновлены в этом году на всех пляжах города. Ну и также работаем совместно с водолазами. Аварийно-водолазная служба тралит море, достает тот мусор, который образовался за зимний период. Ну и совместно готовим пляж. Официальное открытие пляжа 15 мая, но все делаем для того, чтобы пляжи были открыты раньше, оборудование было установлено раньше, так как при благоприятных погодных условиях мариупольцы, мы видим, на выходных посещают пляжи, прогуливаются, чтобы их отдых был более комфортным. Начиная с 1 апреля наша служба приступила к очистке акватории пляжей. Значит, протяженность зоны пляжа 8 километров. Мы дошли уже до АСРЗ, ту сторону всю мы уже очистили, и с этой стороны уже приступили к очистке пляжа песчаного. Ну, в основном, да, вот сейчас вот там ребята нашли скаты, автомобильные шины. Ну, в основном это после зимы многие выходят на лед, выбрасывают и катаются на них, может быть, даже вот бутылки стеклянные, пластиковые бутылки, как груз многие бросают. Ну, пока сейчас все. Мы с утра приступили, была вроде как нормальная погода. Сейчас погода испортилась, шел шторм.